Здравствуйте, вот вы разработали новое решение. Это вендинговая камера хранения. Принцип заключается в том, что сканируешь QR-код, оплачиваешь через сайт, далее чек открывается. То есть принцип работы простой. Вот, тут можно любые товары выкладывать и назначать там цены через портал. Вот. В принципе, вот сейчас я покажу, как она работает. То есть наводишь QR-код, открывается товар, описание и кнопочка оплатить. Нажимаете оплатить, потом выбираете тип оплаты, нажимаете оплатить. Сейчас тестовый режим. Вот так. Вот, ячейка открывается, берете товар и закрываете. Вот. Это решение более бюджетное, чем с дисплеем. Да, вот ячейки могут быть разных размеров. Может быть установлена подсветка ячеек. Далее из зеркала на задней стенке. То есть ячейки могут быть с подогревом, с охлаждением. Вот. Также вот ячейки могут быть реализованы с загрузкой задней стороны, да, это вот решение для если фастфуда, что если повар загружает товар, получается, с задней стенки, и клиент приходит и забирает. Да. Вот. Что из себя представляет портал, как он выглядит. Вот это вот сайт. Здесь вот QR-коды администратор генерирует. Есть каталог товаров. Вот. Товары. Сейчас загрузится. Здесь QR-код. Товары. Заносятся товары, назначается стоимость, описание. Вот. Потом каждому товару генерируется QR-код. Потом этот QR-код наклеивается на ячейку и для работы. Вот. Также можно сделать и единый QR-код на весь шкаф. Соответственно, в этом варианте, когда клиент сканирует QR-код, его перебрасывает на сайт, и он, получается, выбирает из каталога товар и оплачивает. Далее чек открывается. Вот.